Смиликов не провожает Магнетавра, не бьет его, пока он не дошел, рядом с ним не трется, все стоят в РДД-зоне, чтобы огонь не упал в милизону. Там времени достаточно, мы ничего не теряем, спокойно его заводим до центра, милики подходят с РДД-зоны и начинают бить. Никаких проблем. Все, РДДшники, набирайте рендж друг от друга, чтобы огонь двоих не кидался. Два стака — это максимум, и то это уже плохо. Идеально на одном выпрыгивать. Выходите, вдвоем не стоите, чтобы сразу вдвоем не полутать огонь. Будут кидаться сноубольды, сноубольдов подводим под жопу боссу. Не под лицо, не где-то в очке стоите, ждете, пока вам собьют, а именно под жопу подвели, его убивают, кливают в это время босса. Все, убили, увели сноубольда. Все буду говорить, озвучивать. Вот, убиваем босса первого, выходят черви. Подаван берет огненную, которая выходит первая. У этого остается на кислотный. Ты удержишь агровый? На пулы, конечно, будут, но я думаю, конечно, что никаких проблем не появится. Вот, бьем кислотную, включается гера. Держим рейндж друг между другом, РДДшники небольшой. Вот, заливаем ее, никто не бегает размораживаться. Бьем максимум ДПС, вливаем. Когда на вас кинулась отрава, вы начинаете потихонечку двигаться влево, поближе к танку. Это я про РДД говорю. Милики, естественно, стоят, бьют и ближе к левому краю просто. Максимально вкидывают ДПС. Черви закопались, подаван пробежался, всех разморозил. Кого не успел, значит не успел. Ничего страшного. Мы больше ДПС выиграем, если не будем бегать лишний раз. Все, убили первого червя. Когда будет огненный, пассивным, я буду говорить, когда будут брызги. Нужно будет набрать рендж. То есть все и милики, и РДД видят с собой рядом людей, отбегают от них, чтобы вы между друг другом имели рендж. Кинется огненный, этот, плевки полетят огненные. Я скажу ники, или сами смотрите на себя внимательно сразу. Вам нужно просто будет отбежать от рейда. Если вы милик, просто тупо отбегаете, не дамажьте, ничего не делаете. Если вы РДД, старайтесь стать в такую позицию, с которой вы будете бить и никому не наносить урон вокруг себя огнем. Вот. Нужно будет гангрена, я скажу, когда ауру огня включишь и мастер ауру прожмешь хорошо на огонь. Услышал? Окей. Все отлично. Я буду предупреждать, когда брызги, и примерно там за 3 секунды прожать. По-моему, 6 же висит секунда. Несу только одну лепту, которую ты забыл упомянуть. Когда брызги будут и сказали разбежаться, это значит, что разбежались, но не под лицо. Если после брызгов потом будет рвота, ну... Так понятно. Он на пассивный только плюет, ты сейчас фигню сказал. Я понимаю, но только она может закопаться, брызги могут остаться, люди будут стоять, как бы дамажить, и РДДшники подойдут под лицо, когда он станет пассивной и заблюет. Было такое у нас? Нет, это не так было. Завели. Ладно, не суть. Причем может получиться ситуация, что мы еще не добили огненную, вышел уже рев. Если мы не добили огня, вышел рев, Мишка бежит, хватает рева и тащит его под 4 орды. Все перемещаемся ближе к этой половине, к этому полукругу, что если вдруг нас откинет, мы улетели все в 4 орды. Но не должен огонь выжить до первого прыжка рева. Если выживает, значит у нас плохо с ДПС, мы будем кикать людей, кто меньше всего дамажит. Без имид. Кто там думает, что он меньше всех задамажит, лучше ливайте сразу. И КД себе не ловить. Вот, с ревом начинается бой. Я поставлю сейчас метки для хилов на всякий случай. Давайте, в кресте будет стоять Анзай. В луне будет стоять. Валера, ты будешь стоять. Смотри, хилы, как хотите, вставайте. И когда будет бой с ревом, мы его бьем. И нужно будет РДД поближе стоять к реву. То есть не на самом максимальном своем ренже, а подойти где-то на половину своего ренжа, чтобы паладин мог кинуть на вас сальву, и рев перестал дышать. Иначе он может просто не успеть добежать и убьет пачку людей. Я все это скажу. Да, да. Да, еще из огня, не, ты сказал выпрыгивать. Нельзя выпрыгивать, надо выходить. Я ничего не говорил. Говорил. Нет, сказал, выходим из огня. Вот. В принципе, все. Ничего особенного. Ханты, смотрите, рядом с вами, если человека откидывает, он рядом с вами, помогайте ему убежать, включайте ускорение. Ускорения не будет в гере. Вот, то есть спокойно убегаем. Кто не уверен, пэтов убирайте, тотемы убирайте, если вы думаете, что вы там не сможете законтролить, справиться. Он вроде не должен все это задевать, но на всякий случай. Ни разу не должен рев удариться в человека, иначе нам не хватит ДПС его убить. Все, ставлю рыбу, кушайте. Мы будем запускать. Мак, дай столько.
Сейчас. Вот единственный, который бы не паял. А что, стояло? Да, я же писал даже объявление рейда. Так, да вроде все хватает. Какая разница, выбегать или выпрыгивать из огня? Не, выпрыгивать хуёво, ты второй стак ловишь, пока летишь. Так у тебя моделька-то, ну, твое расположение внизу под там тобой. Там сервер как-то твою геодату... Ну, считает, как будто ты на месте стоит. Стоишь. Странно. Так я же когда прыгаю, мы, ну, вот этот круг. Ну вот так вот работает. Я просто заебался спорить. Мажьте грудак, пейте фласки на урон БКшные, но если убьем босса, я буду проверять эти фласки. Вот, хилы можете сопроты выпить. Никого нельзя терять. Все, пейте фласки, я готовность проверю и пойдем. Ты заебал, есть банки, возьми. Блять, ну банка нет. Ну что ты как? Перед самым боссом можно выпить? Что перед самым боссом? Выпить настой. Не, ну я же увижу, что он висит час. Это как-то будет не очень. А, ты сейчас имеешь в виду? Да, да. Выпей, там 3 минуты потеряешь, никто не умрет. Зато не забудешь. Потому что очень часто забывали выпить. Бразилец и мак выпейте настой. А, СС кидай. Кати кидай СС. Локал, а Кент кидай Дюшебэйби СС. Бразилец остался. Да, бразилец, слышишь меня? Ну, поближе к воротам. Ну, я вот эту тему поставлю под босса. В центре будет он колоться. Выпей фласку, будем начинать. Я тебя жду. Все, давай. Запускаю босс. Все милики стоят, ждут в РДД-зоне. Никто не бежит, не пытается показать, какой он ДПСер. Если вы разольете лужу, это будет... очень плохо. Придется двигать босса. И всему рейду двигаться. Все яички подтянули. Да сейчас вайпнемся быстренько, покикаем слабых и дальше пойдем. Да не, должны. Должны. Бей сильно, не сильно. Да. 60 из 50. Все, побежали, медики. Сноболь сейчас полетит, готовимся. Сноболь, да, под жопой сыграли. Приоритетно бьем сноболь, да. Через него кливаем босса. Забирай. Следующий сноболь сейчас полетит. Готовимся. Также в мили-зоне сыграли сноболь, да, метку поставил. Мага, Кать, дай БРТ рядом. Снобальда, подведите РДД, кто стоит. Кто со Снобальдом? Я, блин, долбоёб. Снобальда залили. Если сейчас будет, когда перефаза, быстрее Снобальда убиваем. Еще раз подвели Снобальда на ком. Все, сыграли Снобальда. Будет перефаза, нужно будет мага забафать. Маг, станешь в центр комнаты, чтобы тебя все видели. Скинут каски, там кресты. Все, добиваю. Сразу сядьте, покушайте, кто брал мага в фиде. Я думаю, до конца достоишь. Боб, кините на меня. Гангрена кинешь, Боб, на падавана, когда босса убьем? Хорошо? Гангрена, скинь Боб, пробафайте мага, он сейчас в центр станет. Где маг? Я не вижу.
Отлично. Поехали. Вливаемся в эту пока. Поехали во вторую. Геру давайте. Немножко раньше наберите друг между другом. Готовьтесь, хилы сейчас плюнет. Нужно поднять быстро. Прохиливайте. Потихонечку три хила. Гангрена, нажми бабл. Сильно хуёво. Двигайтесь, хилы, к танку потихонечку. Уже возле него. Ну давайте, сейчас нужно... А на мне нет дебафа. Бля, ну пиздец, что могу сказать. Добивайте кислотно быстрее. От лица убегайте сами, не ждите, когда танк отведет. Прохиливайте пушиську. Ай, бля, дюша, КД. Аркрайт, дай БР Вару. Быстрее вставай, пока гин пою. Так. Есть чем встать, Валер? Вставай, значит. Сейчас тут жизнь пропадет. Сейчас скажу. Отошли, блять, ебано, убегайте, дай. Гангрена. Ну это можно сбоку сразу упасть. Это хуево, да. Как, блять, на танке не было огня, я не понимаю. Что серьезно, за... она только зарылась, и у меня нету огня на мне. Я подхожу к хилу, а в да, дебафы да, смотрю, да, нету. Я не к тебе претензия, я говорю, блять, к Сирусу. Как, блять, на тебе нет огня? Сопротивление было. Сопрот. А, ну да. Йо. Зеленку просто не жми на этом боссе. На, окей. Ну ты раньше жал зеленку на нем? Да, когда она плюется? Ну, под работу. Никогда не тыкай. Там обратите внимание, вот немножко наставление двум хантам и роге. Тут такое понятие есть, когда боссы перерываются и меняют скопаны и на активно меняются фазы у них, они обнуляют свою агро. Вы дали на пул, когда боссы вышли первый раз, и потом не давайте второй раз. Второй раз давайте тогда, когда они перекопаются, вот. Чтобы вар не сдыхал. Да, потому что вар просто сорвал с меня игру и сдох. Чё, кто-то не сдох или... Ну зайдите в лужу, я не понимаю. А там заходит моб в двери. Он как зайдет, так и сойдёт. Давайте, ставлю рыбу, быстренько кушаем и поехали. В принципе, ДПС у нас хватает. Есть, конечно, мало где ДПС, но... Я думаю, нам хватит. Давай, может, Кендер Демон аспектнем, может, хоть так у РДД ДПС появится. Героическая воля что-то не дамажит. Кент, а у тебя есть демон? Да, но он так не будет ДПС. Я думаю, ты больше дашь, чем этот, чем шаман. Хоть у тебя активный урон уменьшится, но урон рейда повысится. Все вот эти три напула на мишку работаете, которую вы сейчас добивали. Сделайте так, чтобы у вас без КД был на пул, когда они перекопаются. Под ван он сам агро наберет. Как еще так, блядь, именно на 3 хилов, блядь, кинулась кислота? Ну это какой-то вообще пиздец, прям. Да я стоял, даже рейндж набрал. Рейндж был между нами, просто именно ты. Именно в 3 хилов, блядь, не в кого-то другого, именно в 3 хилов, блядь. Он кидает в одного. Эти трое нет, стояли вместе просто. Нет, у меня рейндж 15 был прописан, я стоял один. Так, а в кого прилетело? Ну кто-то, наверное, подбежал к тебе. Троих. Я у Игоря, у меня был прописан рейндж 15, я стоял вообще возле танка практически один. Может это второй плевок был, обычно два иногда дает плевка. Вообще один. Старай плевок. Друг от друга хилы подальше стоят. Все запустил, стоим в РДД, зоне ждем. Проходной ДПС есть. Да, вполне хватает. Локал прям хорошо с бразильцем накидывает. Кто-то там сварил. Готов тыкайте, если вам бафы не кинули. Тыкайте, не готов или ждите вообще, чтобы я знал, что у вас чего-то нет. На хп там в бою обновите, кто-то сварил. Крик. Или сейчас если есть. Да. Вар, ну, давай назначим вара. Гавар прокричишь на хп. Ну там как удобнее. Да. Ну, два вара они могут орать хоть вдвоем. Или сколько? Три, два, типа. Ждем, ждем, милики, никто не бежит. 4, 3, 2, 1. Ждем. Все, милики побежали.
Бля, я бухать забыл. Ёбаный пиздец. С огня быстренько убегаю. Отлично. Надо зая встать. Зачем ты встал? А, ты не в огне умер, все, вот это хорошо. Сноуболь сейчас полетит, готовимся. Сноубольда подведите, в РДД кто стоит. Ага, тащите быстрее. Залили Сноубольда, сыграли быстрее, чтобы в РДД вернулся к себе. Забирай. Отлично, добиваю. Сейчас новый полетим, готовимся. Сноубольда РДД подведи, который сейчас убегает. РДД, посмотрите на себя внимательно, я не вижу, на ком он сидит. Дюша, встань под босса! Дюша, твою медь! Не орите, успокойтесь. Заливаем, быстрее. Под жопу больше заведи, я же объяснял, куда заводить. Сыграйте точно. Ты Жень. Я подвожу. Играйте все точно с Нобальда. Забираем до конца достаточно. Да, все. Все отлично. Сноубольд сейчас новый полетен, готовимся. Сноубольд на танке, все сыграли в него быстро? Быстро. Нужно будет Анзая потом пробафать. Анзаю. И меня еще, у меня тоже нет бафов. Ну, сейчас метку вам поставлю. Зеленую метку встанете в трусы, чтобы вас нашли спокойно. Все, встаньте зеленую метку, расставляйте бафы. Дай бопа гангрена, пожалуйста, подаван. Отлично. Накидывайте доты на это, чтобы урон тоже как бы это влетел. Поехали кислотно. Геру. Раньше наберите небольшой. Готовьтесь, хилы сейчас плюнет. Нормально. Дюшу и на мага. Двигайтесь потихонечку к танку, которого огненно держит. Смотрим в центре, если что, Дюша, туда беги. Сейчас спрячется, ага. Дюш, беги в центр. Отбегите все от танка. Все, готовьте отлично. Напулы на мишку. Три напулы. Убегайте от лица сразу же сами. Не ждите. Кислотно, поехали. Скажу, когда брызги будут, где-то 5 секунд, нужно будет разбежаться, гангрена подготовь, мастерал. Готовьтесь, уже будет скоро. Да, через 5 секунд будут брызги, отбежали друг от друга, гангрена, нажми мастерал. Все, на мне, отлично. Прохильте. Все, я убежал. Не могу подойти никуда. Сейчас, блядь, забыл. Убегайте. Блядь, ебать, я долбоёб конченый, сука. А там хуй всё сделаешь, нахуй, 5 миликов. Да, надо так... было отбегать, сказать. Точнее, я просто кончу. Точнее, 7, блядь. Причём это... Ну, тут... А, ты потанчишь, окей. Да смысл, блядь. Там блядь, столько... посмотрим, чё по урону. Столько не разбейлить. Он выйдет секунд через 20. Не, я еблан просто. Не успеваю всё сразу. Уже посмотреть. Отложу. На тебя огонь. Да, зеленый-то нет. Отводи еще, там они прям под жопой, лужа расходится. Рота пошла. Некому сбивать, Лёв. Хуёво. Да, не, не убьем, я типа понимаю. Просто хочу посмотреть, что по ДПСу даже без оставшихся людей. Ну, я думаю, мы успели залить. Да, успели. Стало где-то 5%. Сейчас да, в лужу забегайте, умирайте, мы не успеваем. Проходной есть, просто нужно, чтобы все выжили. Вот именно на этой штуке. Помогите, полинкуйте, кто видит лужи, потому что я теряюсь, пока там на все остальное смотрю. Лужи-то танк отводит там. Ой, не лужи, а эти плевки. А плевки, лужи. Они рандомно, блядь. Нет, ну, блядь,
видно, показывает ДБМ. Ну, показывает, я не знаю, у кого он четко показывает, но он то в начале плюнет, то, блядь, в конце. То в начале и в конце. Ну, он, до этого мы ходили, он два раза не плевал, поэтому как, я когда, второй раз... Когда заходите в инст, справа... Там лужа стоит. Все исчезло, все исчезло. Покушайте рыбу. Я говорю, в прошлый раз, когда мы пошли, он один раз только плевал. Я уже привык, что он один раз. Да, но он, блядь, и два раза бывает плюнет. Блядь, ебанутая хуйня. Там разные рыбы в разных местах разделились на два лагеря. Разные? Это что, хуевые рыбы? Они нормальные. Я имею в виду, что две рыбы. Там, короче, вот червяка, когда в таргете держишь, вот три пала могли точно не сдохнуть. Это могли быть баблы. Но это надо увидеть, что вот он именно вот этот значок плевка вот этого огня дает, и каст он идет вот отсюда. Нет, я ошибка, что я не сказал. Ну, все равно людям надо это смотреть тоже, потому что как я бы там... Я зеленку прикал, но, блядь, она мне не помогла. Да и 4 подавановская тоже на этот момент надо оставлять, именно на вот это. Да. Ну, зеленая еще тоже бывает, что тоже, блядь, во много людей прилетит, но этого не должно быть. Типа, в 2-3 это еще ладно, это захилится. А вот именно вот этот огонь, на него нужно Т4 плюс... Запускаю. У Холипала есть массакра же там? Есть. Вот вместе с массакрой, нахуй, надо отдавать. Так будет шанс его добить, этого червя. Давай на первый разбежимся, а там все скинем на второй. Еще блюну нахуй. Ты беременен? Блюну? Ну, если пивной животик, это забеременел. Согласен. Вары, покричите на ХП, пожалуйста. Ждем стоим медики. Да убьем, я прям чувствую, нормально все. Если я не заебанюсь, у меня получится разочек. Да тут всем надо смотреть. Ждем милики, все, побежали. Он, да, сгорел. Войт, ты пока стаки не держишь, дай БР. Пожалуйста. Сноубальда сыграли, РДД подведите. Сыграли Сноубальда. Ману пока Сензай повосстанавливаю, не хиль, что я. Забирай. Неплотно. Второй сейчас полетит снова, второго сразу сыграли. Долго бьем. Это Гавр и Хераси, киньте крик на ХП, блять, алло. Новый Сноубальд полетел под миллизон, и он заливаем. Сноубольд новый полетел. РДД подведи. Сова, на тебе. Сыграли Сноубольда. Это че ты ко мне подходишь? Аркайт, ебани инер по шаману, который падал. Анзайл. У него половина маны. Шаман тоже в трусы встанешь, и тебе пробахнет. Когда умрет босс. Че, я стою или ты заберешь? Стой. Ну так же кинешь потом. Гангрену ему. Вот. Пробахать он за. Обдотайте это. Все, поехали. Слот на Геру. Раньше наберите небольшой. Репоты не забывайте. Филы сейчас плюнем, готовьтесь.
Ох, ебать, народу помогаю хилить, хилить, подбирать. Нужно будет сейчас всем передвинуться к огню, чтобы вас разморозили. На ком сейчас накинулось. Начинайте даже милики идти в сторону огня. А тут хуй успеешь, нахуй, мы уже медленно. Давай, беги, размораживай все, что сможешь. Все отлично, всех разморозил, ну почти. Да, всех, все, добиваем кислотную. Блять. Сейчас разбежимся. Раньше наберите сразу между друг другом, не большой. Блять, подвис. О, давайте. Критическая ошибка. Брызги 8 секунд. Подаван нажмешь, да, прожимку, когда я скажу. Отбежали друг от друга. Подаван нажми прожимку и конгрена скинь. Отбежали, ждем сейчас плюни. Подаван ты один, если что, я вылетел критическая ошибка. Все, в гавр, гавр стоишь, ждешь, все остальные дамажат. Гавр, как ты умер-то? Дай ему БР анимо, пожалуйста. Отошли друг... А, сейчас, подожди, дамажим, дамажим еще пока. 3 секунды, отошли друг от друга, сейчас плевки будут огненные. А, не будет уже, вот сейчас он закопался как-то по-пидорски, блядь. Анимо, дай БР, гавр. Найди его, отвлекись от ДПС. Че, почему у нас человек получает урон, блядь? Лужу. Лужу. Осторожно, смотрите все. Куда плевки? Ага, отлично, на танк. Сейчас выйдет уже рев. Если что, подаван, лови его. Что, что гавра так и не резко? Ну. Кать, видишь, если резко? Вон он там в очке лежит. Пиздец, давай, убегает. Подаван, лови. И тебе потом надо будет перекопаться. Сейчас бьем пока этого, вылезет червь, нужно будет его добить обязательно. Беги, беги, куда он ползет. Беги. Подняла. А там лужа, лужа в воде, да. Сейчас червь вылез, добиваем быстрее. Нужно обязательно добить червя. Просто все дамажим. Даже танка, если... танка! Не достаю, блядь. Ну вы чё, ебать? БР дайте любой дружбе танка, да. Ой, ну сейчас реально было пройти, если бы не вылетел второй танк. Ну, просто не прохилили танка. Ну, на карте видно же, у вас не показано на карте, кто где лежит, чтобы пробежаться и резнуть. Да все, умирайте, ребят, умирайте тупо. Ну, заходите в лужу, умирайте. Это где она, ее нет. Кто неопытные игроки, блядь, качайте вуду. Там наводишь, кто сдохший, там показывает стрелочкой, блядь, направление, куда бежать. Право, лево, назад, вперед. Да-да. Будьте выполнять. Да не надо давать ни фриды, мы ничего, умираем просто, у нас нет танка. Спиной повернитесь, все. Да не, ну на мини-карте же видно было, у тебя же показывают цветами персонажа, он там лежал в стороне от всех. Ну ладно, мне проще было РДД искать, если, конечно, ну ладно. Сейчас, блядь, пару трайв. Ты почему вылетел-то? Критическая ошибка какая-то. Давай, въебала ему, на нахуй. Охренел, вылетел он там с ошибкой со своей. Ну мы бы сейчас убили, я думаю. Ну, рёва бы дошли бы до него, я думаю, если не вылететь. Угу. Я прям ему в ебало прибежал. Вот сейчас второй раз не плюнул черв, блядь, ёбаное говно. Я думаю, что может быть от ДПСа как-то зависит, может быть. Не знаю. Да нет. Ну, он просто закапывается в рандомное время. От того, что люди хуже дамажат, он такой, дайте я вас подбодрю, харкну. Может быть. Успокойтесь, ребята. Да. Нет, да, я вижу, что стараются. Я сдачу больше, сейчас, потому да. Что в прошлый раз, это, когда червяк вышел, у меня еще плюс 10 секунд было. И не теряйте метки, в кого плюет огонь. Обязательно держите их. Вы тоже, в кого плюнуло, не ждите, прожимайте все, что есть. Да. У магов глыба. Вот я вот. В данном случае остался я, чтобы прохилить метки, которые были под блевотой, которые пошли по луже, а за танка не достал. Я не успела добежать, там рядом кто-то из хилов с ним был, я не знаю, почему его не прохилили. Там как у нас большой. 2 чела уже такие забили на танка, как так получилось? Там дома, я не там знаю. Там нужен я стояла в районе с Валерой, потому что тоже помогала хилить метки. Там 2 хила было возле танка, не прохил. Так метка все равно умерла, кого вы хилили? Одна метка была, вторая умерла. Нет, но нет, я убежала суть не в этом. Люди гавра? Побежали, секунду, подожди. Люди побежали, развернулись, была лужа. Люди тупо сквозь нее ломанулись. Вот чем было. Почему пришлось остаться и хилить? Я тупо потратил моменталку, чтобы поднять людей, которые снесли себе 80% здоровья, пробежав по луже. Гавр, а, я... просыпайся. А,
а я бейрнула гавра, побежала уже к подавану его хилить, я не успела тупо добежать. Была бы моменталка, хильнула. Нет, я просто не успела даже добежать, накинуть ходку, я не доставала, Валер, я была дальше, чем ты. Котика и спринт. Короче, понятно, Катюха заращила. Да. Что там? Да, делаешь? Еще скажите подаван. Да, успокойтесь. Пожалуйста. Да, еще скажите, что виновата во всем я, и мне можно выйти. Да не, это подаван не пытался. Я никому ни слова вообще не сказал, вы сами развиваете эту тему. Кто вышел? Не знаю, кто вышел. Он вышел из игры. Гавр вышел, видимо, вылетел. Блять, ну надо найти, что могу сказать. Да. Пичный варчи, что сразу клюнет и выпил. Сейчас найду, пока покурить. Так, чё, кто 4 матрицы смотрел? Бать вовремя. Что-то хз, это ролик не впечатлил. Хуйня, да? А, я-то фильм посмотрел. Да, я так разочарован. А где выбрать вариант нищеброд? Я вот на первую серию посмотрел, мне понравилось. У меня вариант нищеброд, нахуй, я на компе смотрел, блядь. Запись с кинотеатра, блядь. А я-то бодрячковый. Нормально? Я, даже, я надеюсь, что мне жена про второго Ведьмака не вспомнит, а мне не придется смотреть. Ой, бля, посмотрел. Мне сейчас 16 числа первую посмотрел серию, там пираты слили, типа. А сегодня я вторую посмотрел, вот перед РТ. Ну ничего, мне вторая зашла. Неплохо. Негритянка, правда, вот эта Фрингили, она, ну, не очень, не подходит на роль, блядь. Лицо слишком круглое, блядь. Посимпатичнее бы выбрали, блядь. Это, ну, да ладно, то есть тебя... Трис Мерригельд не смущает. Трис Мерригельд там. Трис Мерригельд там. Что там? Не было ее еще. Она... Ну, бля, первый сезон вспомнил. Ну, она стрёмная, да. Трис уже, ты чё, она уже в первой серии. Я ее более утонченной видел. Трис Мерригельд. В игре? Нет, в игре она бомба тоже. Ну, хотя бы игровую, если бы сделали, было бы неплохо. Но я ее такой, совсем девушкой представлял. Ты не думаешь не ждать? Ну, я чешу на человека другого нашел. Придется без орка нашим силовикам. Слушай, ну я в предвкушении. Мне кажется, 6 серий неплохие будут. Почему 6, 8? А, тебе еще 6. То, что Эскель, не буду спойлерить, блядь. Кто там спойлеры не любит? Есть такие? Или похуй? Эскель. Как он шрам получил будет? Нет. Серия? Да убьет его нахуй. Сериал вообще шикарный. Я, блядь, за сегодня посмотрел все 8 серий с утра. Да? Как на одном духу. Вот наркоманы. Ну неплохо, нормально. Там как бы заебись работа проделана, там никто не спорит, вообще заебись. Да, сериал вообще шикарен, правда, обидно, что нет такой же песни, как «Чеканная монета», которая цепляла бы. Я ебал такие сезоне. Песни, блядь. Пиздона заебала все время эта монета. Да, ну вообще задорная песня, прям в контексте. Нет, она классная. Но в том-то не рассказывайте фильм, пожалуйста. Не рассказывайте. Косяк, что классная такая. Так ясен хрен, можно уже помолчать. Посидеть. Можно было просто соблюдать хотя бы сюжетную линию, блядь, и уже можно смотреть. Этот кто? Мне в игре понравилось. Почитайте сначала. Кого? Книга идет ровно так же, как и сериал. Да, серия... да, да. Всего лишь с небольшим отклонением от сюжета идет сериал, который нахуй убивает основную сюжетную линию, которая задумана в книге. Ну, немножко расширяет, я бы так сказал. Неплохо. Они не то, что расширяют, они просто подгоняют книгу под каноны того, что люди будут смотреть и любят смотреть. Ну, если идти полностью по книге, то не будет никому интересно вообще, особенно да, тем, кто не читал. Это точно. Наоборот. Ну, ты если бы они бы взяли бы сделали книгу. По книге и нормально вот банально показали. Хотя бы одну книгу фэнтези, которую сняли четко по книге, и она прям зашла на все 100% людей. «Властелин колец». Максимально заебатая из того, что сняли. Это, конечно, ну, не без оговорок, но основную концепцию соблюдает. Это самое вот распространенное. Это «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Да, есть, конечно, нюансы, но они не убивают основную суть. Да. А здесь слито полностью, вот просто в ноль. Они убили основную концепцию сюжета. Они вы просто читали есть... «Властелин колец»? Там вообще же да. Детская сказка. Там в песни постоянно поют. Да. А какая детская сказка? Это «Хоббит» детская сказка. Нет, 1100 с лишним страниц в книге «Властелин колец», трилогии имеется в виду. Ебать.
Что там одного хоббита откинули только что книги и все. Хоббита растянули, и хоббит как раз. Очень большая книга на самом деле, а хоббит там, блин, 20 страниц, ее растянули, так что не надо. Да, да. Ну как бы там не 20, там страниц 300. Ну я. Хоббит вот как раз сказка, а вот Властелин колец — это серьезное произведение, его тяжело очень читать. Не знаю, я вот я когда читал, я только первую часть, нет, наверное, вторую я тоже почитал, потому что я вот это почитал, когда он там Сента этого пил, какой-то там сидр, да, они песни пили. Первые 20 страниц в книге «Властелин колец» — это просто описание «Хоббит». Не, ну я говорю, что за это, за вторую книгу, когда он уже на эти катался. Шира. Ну, хоббитов Шира я имею в виду. Ну да, вот, к примеру, во «Властелине колец» Тома Бомбадила там и прочих персонажей некоторых не показали. Ну, как бы основную концепцию никакую не потеряли они. Да, да, не потеряли. А в «Ведьмаке» они очень много не показали, и все, из-за этого проебались конкретно, вот и все. Ну, это как что бы ты хотел видеть в «Ведьмаке»? В первую очередь задумку по предназначению. Здесь она просто такая: Геральт, Цири, Че, почему, зачем они друг другу нужны, и почему, нихуя никому не понятно. Вот если смотреть сериал. Так ты второй сезон посмотри. А потом жди, когда тебе это до конца максимально докрутит в третьем. Потому что во втором они рассказали более-менее об этом. И, ну так я понимаю, но основные концепции в первом, вот эти вот уже пройденные этапы, Бракелон и как он был у Каланте во дворце в Цинде, там все это говно. Даже сам актер, да, его, вот посмотреть польского «Ведьмака», там именно ходит бледный мужик уже заебанной жизнью, видно, какого-то испытания прошел, да, травами, а что, ну, Генри Кавилл, эти стали, все, на него смотришь, он тупо супермен. А что у нас, нихера себе тоже вышел? Ну, я не знаю, 20 человек в Дискорде, бразилец здесь, нихера себе. Два вара вылетело. Хитровая его можно взять. Аллергия на варов? Ну, потеряем немножко. Ух, если немножко. Может, фласку? А как он, если он не в Дискорде? Ну, я не знаю, какой у него может быть ник. Ну, он написал этот, как он называется. Две скобочки и все. Дальше не видно ничего. Вышел бы тогда, чего он парится? Да пофигу. Хули без крика на хп я не пойду дальше, ебать. Ну, другой покричит. А, никто не покричит, ну да. Кто-то там за инстом покричит. Я могу просто в микрофон поорать, хочешь? Знаете, как убивали парагоны ИВК-25 Ануба первый раз в мире? Они, короче, создали 25 твинков локов и кинули, ну, может, и не 25, но около 20 точно, и кинули ССы. И на третьей фазе они когда умирали от меток там, ну типа подстраховывали, то есть люди подстрахованные были под камнем локовским. Потом эту хуйню, ну им ФК не засчитали, и потом эту хуйню пофиксили. Сделали, чтобы СС действовал, нужно чтобы тот лок, который повесил, был в инсте. Все, все здесь, пробафайте пришедшие. Дискорд их еще бы. Они в Дискорде. 24. Ну что, 24 человека. Вот, не надо, стрим. Че? А еще раз вылетит лоб. Ну, надо. А ты думаешь, из-за стрима? Ставлю рыбу еще. Кушайте. Кушайте рыбу, кто не ел. Хитровая, Владисофт. У меня вообще редко вылетает. Настой пейте, кто новый пришли. Хитровая, где-то я слышал этот ник. Куда он? У нас в гильдии. А, трава, это же ретрик, да? В оба ретрики, насколько я помню. Обмажемся ретриками. Ретрики, да, это да. Заебись. Это капли. Ну, это как бы хорошо, у них буря тебя по двоим бьет, все такое, но... Буря по четырем, по-моему. Если они дамажат. Не, я имею по двум, что здесь больше двух не собирается. У нас только один нормальный ретрик. Это Яна, зовем паладине. Я выбираю, кого закидывать, там он человек, если ему помогал, он раскидывается, если есть какие-то пожелания, напиши вообще этот.
Владисофта то, что это появился, вместо кого его? Он и Эридар. Топ можно закинуть к Лоху. Что с хитровая, подождем здесь. Анты стоят с этим, блять, с ночным, с Варгеном. Тогда я вот так вот проще сделаю. Додал я вам Эридара.